Да уж. С Лениным не соскучишься точно. То, что человек натворил за свою жизнь, по-моему, хватает аж на целую страну, самую большую в мире. Вот насколько нужно ненавидеть русских, чтобы столько совершить. Да, с мировым правительством он был послан вместе с Троцким. Прекрасным оратором, который умел возбуждать толпу людей, и который и провел определенную работу в русской армии. А в России перед революцией была самая большая армия, которая теоретически и практически победила в Первой мировой войне. Другое дело, то, что из-за дальнейшего разлада все и посчитали в обратную сторону. Вот. Был самый большой золотой запас у царя, развивалась экономика, страна была самой богатой и передовой во всем мире и примером во многих вопросах. Вот такой был царизм в России. А чем кончилось? В предыдущей статье там уже описано, чем это кончилось и как начиналось, а здесь я хочу рассказать, что благодаря этому тандему Ленин-Троцкий произошло дальнейшее. Он смог настроить в армии солдат на офицеров, после чего началась гражданская война. Хоть на самом деле потом все перемешалось, но изначально это было то, что офицеров уничтожали солдаты, и им пришлось объединяться. Вот. Но что такое мнение ихнее и чего они хотели добиться, Ленин с Троцким, это видно по восстанию в Кронштадте моряков, которое было подавлено подошедшими частями. Потому что моряки не хотели не только ссориться, они были единым целым вместе с офицерами. Это были сплаянные коллективы, и когда те хотели, уже солдаты, разложенные Троцким, хотели уничтожать ихних офицеров, они этого не допускали. И так был в Кронштадте подавлен, как говорили, бунт морской. Какой бунт? Это была борьба за справедливость. Это же русские люди, они все понимают и чувствуют. Их нельзя обмануть за просто так. Ну, а дальше, вы сами знаете, была гражданская война. Чем она закончилась? Гибелью колоссального количества людей. Сколько погибло во время Первой мировой войны? Сколько погибло во время гражданской войны? Это страшные цифры, которые каждый раз отбрасывали Россию назад. Ну, а чем занялся Ленин сразу после того, как разогнал правительство буржуазное Керенского? Значит, он сразу же вывез немцы, которые вместе с ним приехали, вывезли также поездом золотой запас, который смогли там сразу прихватить России, он был очень большой, и вывезли его в Швейцарию, откуда приехали, к мировому правительству. Вот так-то. Ничего не скажешь. До свидания, здоровья. И Ленин – это проклятое существо, его нельзя назвать даже человеком. Ну, Троцкий свое получил ледорубом, а Сталин в 1937 году уже уничтожал остатки троцкизма. Значит, а почему-то не говорили ленинизма, троцкизма, хотя это было бы правильно. Вот так. Ну, к этому вопросу мы еще вернемся.
До свидания, здоровья. И Россия, Россия, Россия. Это наша мать.